В эфире «Азбука здоровья» – это программа для особенных людей, для тех, кто думает о своем здоровье. Мы не читаем нотации, а даем профессиональные советы. Хотите стать стройнее или уже добились определенных форм и не хотите их потерять? Итак, берем единственный правильный курс, держим фигуру и вес под контролем. Тема нашей программы. Совет первый. Считайте калории. Сколько съел, столько и потратил. Количество необходимой энергии для женщин 1900-2200 килокалорий в сутки, для мужчин 2200-2700 килокалорий. Произвести правильный расчет, сколько килокалорий нужно лично вам, поможет врач. Для поддержания нормального веса организма человек должен знать количество потребляемых и количество расходуемых калорий в сутки. У каждого человека эта цифра индивидуальна. Цифры зависят от физической нагрузки, от пола и от возраста. Индекс массы тела вычисляется по такой формуле. Он равняется отношению веса в килограммах к росту в квадрате. Нормальный индекс массы тела равен от 20 до 25. Совет второй. Измеряйте талию. Следите за ее окружностью. Норма у женщин не более 80-88 сантиметров. У мужчин не более 100 сантиметров. Совет третий. Двигайтесь. Выбрать можно все, что угодно. Аэробику, тренажеры или зарядку по телевизору. Занятия йогой или танцами. Все они направлены на оздоровление организма и отличаются лишь подходом. Но доступнее всех простая гимнастика. 10 минут упражнений каждый день и изящные формы вам обеспечены. Откажитесь от вредных продуктов, которые приводят к ожирению. Газированные напитки, шоколадные батончики, фастфуд, чипсы, сладости, колбасные изделия, майонез, соусы – продукты быстрого приготовления. И напоследок еще пара советов. Старайтесь кушать часто малыми порциями до 5-6 раз в сутки. Ужин должен быть за 3 часа до сна. 70% пищевого рациона необходимо употреблять в первой половине дня. Снизить аппетит нам поможет вода. Зачастую мы обычную жажду принимаем за голод. И просто утолив ее, мы избежим лишних калорий. Непременно подбадривайте себя, что вы взяли верный курс, ведь у вас все под контролем. Это была программа «Азбука здоровья». И помните, быть здоровым – здорово!